капуки, кануки. Привет! Добро пожаловать в кафе на дереве. А хочешь узнать, кто сегодня пришел к нам в гости? Здесь сидят малышки Пинки Пай и Флари Хар. Пинки Пай будет пить молоко. Держи, Пинки. Флари Хар, а ты что будешь? Что? Конечно, есть! Хлопья с молоком. Принцесса Селестия, а что будете вы? Я хочу коктейль с серебряными блестками. Понял. Сейчас все будет. Давай посмотрим, из чего можно сделать коктейль. Подойдет. Федя, не забудь про серебряные блестки. Конечно. Вот они. Коктейль готов. Вкусно. Телефон звонит. Здравствуйте, кафе на дереве. Принцесса Каденс, подожди. Все по порядку. Что случилось? Рассказываю. Сегодня днем я спустилась вниз, чтобы положить спать малышку Флари Хар. А сама я решила отдохнуть на кресле в кристальном замке. Флари Хар быстро проснулась и побежала качаться на качелях. А потом она стала бегать по всему замку и разбудила меня. Принцесса Каденс, но почему ты так расстроена? Потому что я уже собралась, надела попону, сережки, чтобы ехать к тебе в кафе на дерево. А поезд дружбы не едет, сломался, наверное. Не переживай, Каденс, мы все исправим. Федя, ты умеешь чинить поезда? Конечно, умею. Тогда срочно отправляйся в Кристальную Империю. Хорошо. Каденс, Twilight Sparkle, что у вас случилось? Мой поезд дружбы сломался. Сейчас все починим. Какой замечательный поезд. Сейчас проведу осмотр. Вагончик для багажа. Колеса крутятся нормально. Пассажирский вагон. Пассажиров нет. Дверка работает.
Крыша открывается хорошо. И здесь колеса в порядке. Проблема, наверное, в паровозе. Двигатель в порядке. Не понимаю, почему поезд не едет? О, деталь. Вот в чем дело. Здесь деталь на месте, а на этой стороне ее нет. Сейчас прикрепим. А для надежности использую инструмент. А чтобы колеса не скрипели, смажем их маслом. Федя, уже скоро? Да, садитесь. Ой, мне же тоже нужно в кафе. Маша, поезд я починил. Они скоро будут. Точно! Я уже слышу стук колес. Добро пожаловать! Кафе на дереве. Как вкусно пахнет! Раздевайтесь и начинайте кушать. Ой, хорошо, что есть такие друзья, как Федя. Да, дружба – это настоящее чудо. Будем ждать тебя и твоих друзей в кафе на дереве в следующем видео. Пока! Пока.